Give me something tough, so no one will mess with me. Yeah, like that schoolboy. Shut up! He kicked your butt too, that schoolboy. Huh? It's him! Oh, I'm out of here! Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и это рубрика «Лучшие игры», где мы продолжаем проходить чудесную игру Shenmue, и это восьмая часть моего прохождения. И можно, в принципе, уже отправиться в тату-салон, чтобы встретиться с тем парнем, который пообещал нам, Чарли, что он будет здесь, в тату-салоне сегодня. Но мне кажется, конечно, тут есть какой-то подвох. Очень игра изобилует всякими мелочами. И из-за этого я вот играю и просто кажется, что буквально в каждую корзину. В каждую корзинку я могу взглянуть. На каждую картину я могу взглянуть. И что-то произойдет. Что-то Рио скажет. Или что-то случится. Из-за этого хочется прямо играть, проходить снова и снова. Потому что мы выиграли приз. Сходим позже и возьмем бумажечку, может, нам повезет. Кстати, в магазине можно выиграть игру для нашей приставки, которая у нас находится дома. Sega Saturn это. И сыграть. Там, насколько я знаю, можно выиграть две игры. Ну, нам остается подождать лишь всего лишь 10 минут игрового времени. Это совсем недолго. И заодно мы увидим, как у нас сменяется табличка «закрыто» на «открыто». Кстати говоря, я где-то так посмотрел, что игровой день, где-то это с 8.30, как Рио встает, и примерно до 10-11 вечера равняется, ну, где-то часу реальному. Все лишь чуть-чуть нам остается, и сейчас наш тату-салон будет открыт. Ну что же, открыто. Заходим. Как же нас встретят? Надеюсь, что тепло. Give me something tough! So no one will mess with me. Yeah, like that schoolboy. Shut up! He kicked your butt too, that schoolboy. Huh? It's him! Oh, I'm out of here! Have you come for a tattoo? I'm looking for a guy named Charlie. He's over there. He's sleeping. Wouldn't wake him, unless you want to get hurt. Надеюсь, мы его застанем врасплох. И... отдергиваем прямо сейчас. What the? The wrong one. What do you want? I want to know about the cartel. I don't know! Why do you want to know? That's none of your business. Just tell me! Okay, let me go. I'll tell you. Uh, 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 uh.
I'll arrange for you to meet some of them, okay? You didn't need to rip my arm off. Okay, so when? Tomorrow at 3. Wait at the arcade. I have your word? Yeah. You know what I'll do if you don't show. Да, Рио стал очень суровым. Не церемонится с бандюгами, которые нападают на него с ножом. Пообещал он нам, что завтра в 3 мы встретим Чарли в игровом зале. Поэтому теперь нам остается только дождаться завтра. Nozomi, what are you doing here? Class just got out. You shouldn't be around here. But I was looking for you. Oh? My friend said she saw you down here. But why? Today we had our college orientation, but you weren't there. Yeah. Have you decided where to go? Not yet, but if I go, it'll have karate. It's about time you started studying for the entrance exams. Yeah, I know. I'm worried about you. And with exams... I'll be fine. Ryo, I understand what you're going through with your father and all, but... We can talk about it later. Promise? Yeah, it's dangerous here. You should go home. See you later. Nozomi, безусловно, беспокоится о нас. Появилась запись в дневнике о том, что она о нас беспокоится. И вообще все о нас беспокоятся. Но Рио следует своему пути, который он избрал после того, как совершенно осиротел. Опять мы встречаем этого парня. How's it going? What's wrong? I'm so thirsty. I want to drink, but I don't have any change. Ну давайте еще раз ему купим попить. Что же он такой бедный? I'll buy you one. What do you want? You're really nice. Thanks. What kind of drink do you recommend? Let's see. Ну, выпей стандартные колы, парень. Все время он тут стоит, просит у нас денег. Here. Thanks a lot. You've made my day. Is the restaurant busy? A little. You should come by again and try Tao-san's special. Yes, please give my regards to Tao-san. Sure thing. I'll say hi for you. Okay, I've got to go. Got things to do. Okay, see you. Thanks again. Создается впечатление, что этот парень тут и стоит так целыми днями, поджидая добрых людей типа нас, которые могут купить ему попить за 100 йен. В общем-то, 100 йен это совсем-совсем небольшая сумма, но вот так вот экономит парень. Почему бы и нет? Ну что ж, в этот день нам заняться больше нечем, поэтому отправимся домой и изучим получше резиденцию Хазуки.
Давайте покормим, дадим молочка нашему котенку. Здесь у нас уже другие мальчики и девочки. There you go. За ним следят. It's drinking. Thanks a lot, Bio. I'll bring you more another time. Me too. Да, ребята, вам хорошо бы тоже принести что-нибудь поесть, а то один Рио не справляется. О, уже поела, опять мяукает. Ты какой прожорливый котенок у нас. Давайте более подробно осмотрим каждую комнатку в нашем доме. Спать у нас ложиться можно только с 8 часов. Так что у нас есть достаточно времени. Начнем мы прямо с начала, так сказать. И посмотрим, что у нас здесь есть. О, фонарик. Отлично, фонарик нам пригодится. Также я, по-моему, покупал для него батарейки еще давно. Так что можем его сейчас заправить и использовать при надобности. Нет, Рио, не надо сейчас выходить. Кстати, а здесь мы можем... Да, здесь мы тоже можем осмотреть, что у нас здесь есть. Ну, здесь только обувь. Ничего особенного. И здесь тоже. Стандартные японские эти, я не знаю, на чем они, на какой они подошве сделаны. Это обувь с двумя лямочками всего лишь. Удобная она или нет, уж не знаю. То ли это деревянная там, но если деревянная, это было бы совсем неудобно. Как мы видим, нам еще рано спать, поэтому посмотрим, на столе у нас лежит кассета, которую можно прослушать в плеере, который тут же и возьмем. Вот в верхнем ящичке он у нас и лежит. Плеер Sega. У нас вся техника в доме Sega. У нас есть уже парочка кассет. Одну мы покупали в магазине, а одну взяли здесь. Посмотрим, что у нас еще находится в ящиках. Здесь находится наша фотография наших друзей. Возьмем ее тоже себе на память. И, о, и здесь еще одна кассета. Просто чудесно. У нас уже целых три кассеты. Которая называется Шахуа. Похоже на Сакура. Может, это, может, так и есть? Даже не знаю. Здесь мы этот шкаф платяной уже осматривали. Осмотрим маленькую вот эту комнатку. Здесь, видимо, отдыхали. Отдыхал отец со своими, видимо, знакомыми. А здесь у нас картина. Ну, да, за ней ничего нету. Никаких секретов она не скрывает. Вот эта белая штука, так сказать, штука. Это для того, чтобы ставить на нее чайник. Я уж... Честно, не знаю, как она будет нагреваться. То ли она на газу, то ли еще как-то. Но сверху ставит чайник, и он все время горячий и, в общем, подогревается. Это комната Фукусана. Здесь мы видим его свинку-копилку. И мы здесь
Это у нас прием, да? Прием? Точно, это прием, который называется меч тени. Здесь он обучается и, в общем, живет. Так, остальное мы уже осматривали. Единственное, что это я вот не находил этот прием. Дальше комнатка Инисан, где она отдыхает и работает. Зеркало у нас занавешено. Это ее обычные принадлежности. А здесь у нас что? Так, почему-то я не могу переключиться на второй ящичек. Странно. Не могу переключиться на второй ящичек. Хм. Почему же? Почему-то он мне недоступен. К сожалению. А этот платяной шкаф мы тоже осматривали. Странно, что я не могу переключиться на ящичек, потому что интересно, что в нем. Давайте дальше осмотрим дом. Какие еще вещи нас здесь ждут? Там по телевизорам мы уже осматривали. Там лежит наша Sega Saturn, которую можно сыграть, если мы, конечно же, выиграем игры. Посмотрим, что у нас. Ну, здесь у нас посуда. Скорее всего, вряд ли что-то прям особенное я сейчас тут обнаружу. Но посмотреть все-таки стоит. О, здесь у нас лежат батарейки. Отлично. Батарейки Си. Батарейки Сега, наверное. Все Сега. Семья Хазуки пользуется только продукцией Sega. И здесь у нас ничего особенного нет. Давайте пройдем в другие комнаты. Инисан уже перешла в эту комнату. Я хочу вернуться и посмотреть. Может, все-таки из-за того, что она здесь была, мы не могли заглянуть в этот ящик. Сейчас посмотрим. Да, действительно, пока она здесь была, мы не могли заглянуть в этот ящик. Здесь у нас еще одна фотография, где Рио и его семья, его близкие. Фото семьи Хазуки. Также у нас есть корзина. Что в корзине? Ну, ничего особенного. Отправимся дальше осматривать дом. Ниссан убирается. Ну, кухню мы осматривали. Та дверь из кухни, она не знаю куда ведет. Видимо, в кладовку, как я уже говорил в предыдущих сериях. Это у нас туалет. Туда нам заглядывать совсем незачем. А здесь у нас находится алтарь, у которого можно посидеть. Семейный наш алтарь. I will get them, father. Не знаю, как бы отнесся действительно отец к тому, что Рио хочет найти его убийц. Возможно, даже и негативно. Потому что мне кажется, что он бы сказал мудро, что не стоит тратить на это свою жизнь. Губить надо, учиться, работать. Здесь у нас еще одна корзинка. И в ней лежит еще один прием.
Он называется... Два меча. Интересно. Потому что отец, конечно, желал Рио только самого лучшего. Но Рио решил... Решил заняться поисками и... Да, возможно, это неправильно. Это комната отца. Здесь у нас находится письмо на столе, которое мы уже зачитывали. Всегда сохраняй чистоту своего ума. Эти мы уже осматривали. Ну что же, дорогие друзья. Дом мы, в принципе, осмотрели. Наверное, никаких больше больших серьезных секретов он в себе не таит. Но сделан он с большой любовью и осторожностью ко всему. А на этом у меня все. Я заканчиваю серию. Встретимся в следующей серии, когда у нас наступит следующий день, и мы отправимся встречаться с этим парнем, который пообещал нас свести с Чарли. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка под видео, и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.